А вот еще в сторону где? Где закрытые? Давай работай. Хайда, руки где? Руки держи. Хорошо, руки держи, закрывай физиономию. Одной рукой работаем. Да не надо просто заступляться за гуру. Катя, давай, давай. Ой. Так, не цепляемся, только ударить по бедрам. Все. Так, изнутри вот так мы не бьем. Бьем только снаружи. Только снаружи. Сразу двух, сразу двух. Так, руки не подставлять. Нет, надо ноги убирать. Задача убрать ноги. Давай, давай. Да, передвижение. Ага. Что ты делаешь? Ну, конечно, ты же перчатка. Ой! А чего мы остановились? Вот сюда, во-первых, встали? Да нет. Вот, все время возвращаемся. Давай, 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 работаем, работаем. Так, захват делать нельзя. Захватывать руки нельзя. Вот там, Леша, инструмент нанимать. Кусок не видим. Ты хочешь сказать, что ты будешь драться сейчас? А там, слушай, Наташ, там не закрыто.
нашем задании не прийти. Давай это еще. Давай. Он использует окружающую среду. Аккуратно, Вова. Даня, почему ты опять к нему спиной, а? Я за брата. Ну как, он ударил? Я ударил? Ну ты тоже. Нас снимают. Даня, уйди оттуда, встаньте вот туда. Даня, встаньте! Ой, я придумала. Смотрите, тактик вообще драматичный. Да подойди ты уже. Таня, встаньте! Стоп! Стоп! Одной рукой отбивай, одной. Рукой отбивай. Я
А ты видишь, Я Это знаешь, как мы в первом классе, мы, значит, старые классы были, там эти девочки маленькие, походу йогой занимались, типа кисты. Кирилл, учащийся походкой, бежит на своем месте.